Паломникам в Саудовскую Аравию в этом году постарались облегчить перелет до Медины. Об этом нашей съемочной группе в эксклюзивном интервью рассказали в пограничном управлении ФСБ России по КБР. В аэропорту в Минводах почти 5000 верующих из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья будут ждать новые схемы пропуска и правила перевоза багажа. Квота на этот раз предусмотрена более чем на 20 тысяч граждан нашей страны. Теперь перед государственными контролирующими органами стоит непростая задача – организовать и в кратчайшие срок обеспечить беспрепятственный вылет мусульман к святым местам. Основная их часть добираться до Саудовской Аравии будет авиационным транспортом. Паломники из Кабардино-Балкарии, это более 500 человек, в Медину отправятся тремя группами. Первые вылетят прямым авиарейсом «Минеральные воды Медина», остальные на самолетах по маршруту Минводы-Оман. Там будут ждать автобусы, которые доставят их до места назначения. Через аэропорт в Минводах на хадж отправится и основная часть паломников из Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Разработана была технология, благодаря которой группы паломников, которые будут убывать, будут пропускаться в приоритетном порядке. То есть при наличии даже совмещения рейсов, они будут пропускаться по отдельному коридору, что должно максимально создать все условия для быстрого беспрепятственного пропуска через государственную границу. Для пропуска паломников будут выставлены дополнительные столы с необходимым оборудованием для медицинских работников и санитарных служб. Принято также решение об увеличении времени регистрации и доставки верующих непосредственно к терминалу аэропорта под контролем соответствующих служб. Напомним, в Саудовскую Аравию правоверные мусульмане России отправятся во второй декаде декабря.